Тверской области стартовал региональный этап по профмастерству «Профессионалы». Более 220 конкурсантов на 17 площадках в течение нескольких дней продемонстрируют свои навыки по 35 компетенциям, востребованным на территории нашего региона. На открытии конкурса побывала Наталья Чекет. Конкурс «Профессионалы» проходит в Тверской области во второй раз. Участники – студенты колледжей и учащиеся школ. Чемпионат позволяет ребятам приобрести навыки, чтобы в будущем стать успешными и высокооплачиваемыми специалистами. Сегодня чемпионатное движение – это очень важная часть развития системы среднего профессионального образования и наполнения рынка труда специалистами, действительно востребованными. Ключевая ценность развития профессионального образования – это, конечно же, студенты, это их компетенции. Когда его оценивают и его достижения признаны среди сверстников в рамках чемпионата, вот это действительно серьезное достижение. Среди направлений чемпионата – сварочные технологии, туризм, программные решения для бизнеса, ветеринария, агрономия, ресторанный бизнес, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Всего 35 компетенций. Например, участникам по направлению преподавания в младших классах необходимо провести урок, внеурочные занятия, родительское собрание и классный час. Все конкурсные задания оценивают эксперты. Очень строго соблюдается норма Санпина. Дальше критерии по ИКТ-технологиям. Вообще, чтобы технологий было, как бы, ну, так скажем, около 5 на каждом уроке. Дальше, чтобы разные виды деятельности учитывались, формы организации учебной деятельности, чтобы был личностно-ориентированный подход. Участникам регионального этапа во время открытия чемпионата зачитали приветствие губернатора Игоря Рудени. Глава региона пожелал ребятам стать востребованными специалистами в своих профессиях. Это важное событие для всех участников, представляющих систему среднего профессионального образования Тверской области. Уверен, что результаты регионального этапа станут подтверждением того, что на Тверской земле сохраняются и развиваются традиции созидательного труда, и новое поколение профессионалов мастерски приумножают достижения своих предшественников. Главной площадкой чемпионата стал мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история», который принимает участников 5 компетенций и проводит насыщенную деловую программу. Кроме того, мероприятие проходит еще на 16 площадках. В этом году организатором регионального этапа выступает Тверской педагогический колледж. Победа дает уверенности в себе, да, тем самым ребенок получает силу, да, веру. Кроме того, у нас партнеры чемпионата представляют свои организации, и наши участники могут выбрать стажировочные площадки у организаций-партнеров, а также трудоустроиться по лучшим вакансиям, да, нашего региона. Победители регионального чемпионата вместе с дипломами и предложениями от работодателя Верхневолжья смогут представить Тверскую область на федеральном этапе чемпионата профмастерства.